Привет! Ну что ж, девочки, это наш первый Хэллоуин без Эйвона. Я знаю, что вам грустно, как и мне, но я приготовила тыкву и предлагаю вам сделать из нее Джека. И все-таки отметить Хэллоуин, развеяться немного. Я вам помогу, а потом пойду прибираться. А вы повеселитесь от души. Устройте себе классную Хэллоуин-вечеринку. Да, без Эйвона Хэллоуин уже не тот. Это не только первый Хэллоуин без Эйвона. Да, скоро у меня день рождения. Да, Софи, 6 ноября тебе исполнится 10 лет. И это тоже будет первый день рождения без брата. Так что как-то грустно, честно, если не хочется ничего делать. Может, а не будем, а? В такой ситуации грустно. Я ничего не хочу. Девочки, я вас понимаю, но я сама всегда наших мэджиков учу, что нельзя сдаваться. Это все очень ужасно, но мы должны продолжить с вами жить. Ань, слушай, а Хэллоуин — это же не только про злых духов. Это вообще про мистику. Может быть, мы попробуем вызвать дух Эйвона? Софи, ты что такое говоришь? Какой еще дух Эйвона? Не надо никого вызывать. А вдруг дух Эйвона вернулся в том щенке, которого ты спасла, про которого видео на Magic Family? Да, Бэмби, может, его надо найти и вернуть? Девочки, вы думаете не о том. Давайте лучше сосредоточимся на голове Джека, а не на вызывании никаких духов. Может быть, чтобы поднять себе настроение, надо сделать Джека веселым. Ань, так нечестно, у нас трагедия. И нам грустно. Я понимаю, и именно поэтому я пытаюсь как-то облегчить обстановку. Нарядила вам комнату на Хэллоуин, купила тыквы и... Да, ты права, Миш, давай попробуем сделать его веселым. Вырежем ему вот такие вот треугольные глаза. Кстати, эта тыква очень легко режется. Ань! Вот такой вот треугольный аккуратный носик. Такой треугольник вниз головой получается. Точнее, глаза вниз головой, а нос нет. Ань! Рот ему вырежем, простите. Ань, ну правда, ты знаешь какие-нибудь обряды? Какие еще обряды? Я не буду с вами о таком говорить. Слушайте, не буду ему врезать зубы, мне кажется, рот и так получился неплохой. Я про обряды по вызыванию духов. Так, сейчас наденем ему шляпку. Ой, провалилась. Это не шляпка, ты вытащила из его башки мозги. Это часть его черепа. Как жутко звучит, Юмичу. Вот именно, я согласна с Мишей. Да, Ань, давай, заткни тут дырку в его голове. Ага, Софи. Итак, первый Джек готов. А что, еще второй будет, что ли? Ну да, я же специально купила две тыквы. Один Джек добрый, другой злой. Так все-таки Хэллоуин не только про злых духов. Ань, смотри, сколько у нас тут свечек. Мы реально можем вызвать дух Эйвона. Нам еще зеркало надо. И красную помаду. Пойду сгоняю. Эй, стоять, Софи, что происходит, а? Перестаньте фантазировать о глупостях. Как тяжело вырезать эту тыкву. Посмотрите, какая она вообще все время застревает. У меня не получается. Девочки, поверьте мне, послушайте меня. Не надо вызывать никаких духов. А то я вас знаю, я уйду прибираться, а вы тут устроите, ага. Ой, ну вот, еще и треснула эта тыква. Она слишком плотная, слишком толстая у нее кожура. Там даже вытаскивать практически нечего. Трещины на черепе. Кошмар. А нам как раз для вызова духов нужна злая тыква и добрая тыква. Я помню один такой обряд. Софи, ты опять про обряды. Тихо, Софи, не выдавай нас. Чё, про какие обряды? Не-не-не, Ань, мы просто будем сидеть, смотреть на тыквы и рассказывать страшные истории. Хоть нам всем и грустно. Я очень надеюсь на то, что вы повеселитесь. Сложно как-то повеселиться, когда вокруг все такое жуткое. Ну, вообще Хэллоуин не считается таким уж грустным праздником. Он скорее страшненький, жуткий, криповый, но не грустный. И во многих странах его отмечают очень даже весело. Тыква дурацкая, очень тяжело ее вырезать. Зато реально получится очень страшный Джек. И правда, рыжий такой добрый, а этот такой страшный с этими трещинами. Я еще ему такие брови сделала. Я, пожалуй, этому сделаю все-таки типа зубы такие, а не просто улыбающийся рот, чтобы реально жутко выглядело. Эта тыква настолько твердая, что ее даже очень острым ножом невозможно резать. Миш, что, Софи? Ну как там в этом обряде, который мы читали? Нужна злая тыква и добрая тыква. Да, для того, чтобы злой Джек защищал нас от прихода злых духов. А добрый Джек вызвал дух, который будет добрый и нужный нам. Для этого и нужно две тыквы. Где же нам достать зеркало? О чем вы там болтаете? Не-не, ничего. Ну вот, смотрите, какой страшный получился. Да, устрашилище. То, что надо. Ну и хорошо, я рада, что вам понравилось. А теперь засунем в наших Джеков вот эти вот свечки. Чтобы они были жуткие и горели, как положено на Хэллоуин. Закроем им головы, и можно отмечать праздник злых духов. Ну давай, выключай свет. Сейчас выключим свет и посмотрим. О, выглядят реально жутенько. Хэллоуин ощущается. Этот реально страшный. Ага, криповый.
Ну что ж, отмечайте, девочки, а я пошла прибираться. Надо же хоть как-то отвлечься от плохих мыслей. Так, ну что ж, Аня ушла. А я вспомнила про то, что у нас, оказывается, есть красная помада. Так что, девочки, будем делать наше дело. А я притащила зеркало. Отлично, а свечка у нас есть. Сейчас надо помадой на зеркале написать. Эй, Иван, приди. Итак, готово. Свечка стоит перед зеркалом. На зеркале красной помадой написана просьба. И у нас есть две тыквы, добрая и злая. Все условия мы выполнили, и теперь, как я понимаю, нам нужно заклинание. Я вспомнила. Повторяйте за мной. Добрый Джек, помоги. Добрый Джек, помоги. Эйвен, Эйвен, приходи. Эйвен, Эйвен, приходи. А можно любое имя вставить? Киса, Алиса, ты мешаешь заклинанию. Простите. Злой Джек, убереги. Злой Джек, убереги. Дух нечистый, не пусти. Дух нечистый, не пусти. Свеча, прогори. Свеча, прогори. Эйвен, Эйвен, приходи. Эйвен, Эйвен, приходи. Итак, три раза. Добрый Джек, помоги. Эйвен, Эйвен, приходи. Злой Джек, убереги. Дух нечистый, не пусти. Свеча, прогори. Эйвен, Эйвен, приходи. Эйвен, Эйвен, приходи. Добрый Джек, помоги. Эйвен, Эйвен, приходи. Злой Джек, убереги. Дух нечистый, не пусти. Свеча, прогори. Эйвен, Эйвен, приходи. Эйвен, Эйвен, приходи. Что-то я не чувствую запаха никаких духов. Ни злых, ни добрых. Похоже, Эйвен не придет. Да, похоже, заклинание не сработало. Не может такого быть. Так, может, мы что-то сделали не так? Было бы так круто, если бы мы могли с ним поговорить хотя бы. Может, добрый Джек что-то не так сделал? Или мы что-то не так сделали, но это очень странно. Мы же первый раз пробуем. Может, это не работает все? Нет, я думаю, должна быть какая-то надежда. Нет, я думаю, мы совершили какую-то ошибку. Киса, Лиз, главное верить. Так, ребята, не паникуем. Может быть, духу нужно прийти куда-нибудь? Может быть, ему нужно тело для того, чтобы вселиться во что-то? Логично, иначе как он будет с нами разговаривать? Точно. Так, сейчас я, кажется, кое-что придумала. Погодите секунду. Ты куда, Софи? Я притащу нашего робота Чипа. Это собака-робот. И она умеет издавать звуки. Эйвен не вселится в робота. Вдруг он с нами заговорит? Какая глупость. Вы как маленькие дети в мистику верите. Тихо, Алиса. Эйвен, Эйвен, приходи. Эйвен, Эйвен, приходи. Ого, может это знак? Вряд ли. Что-то пока ничего не происходит. Да ну ерунда это все. Не вернется Эйвен. И не сможем мы вызвать его дух Кира из робота. Может быть, киса Алиса и права. Ну, Эйвен, давай, приходи, приходи, Эйвен. Софи, может правда не получится это... Софи просто не хочет терять надежду, как и мы все. Ну, мы же все сделали правильно. Правильно, Джеки 2, свечка, надпись, заклинание. Хватит, отпустите его. Добрый Джек, помоги. Злой Джек, убереги. Свеча, свеча, прогори, Иван, Иван, приходи. Смотрите. Это точно знак. А может, Иван правда передает им сигналы через робота? Эйвен через робота Чипа хочет сказать нам, передать нам, что он нас любит, вот. Девочки, что тут происходит? Я слышала какие-то странные звуки. А, это вы робота Чипа включили, а зачем? Мы хотели, Ань, вызвать духа Эйвена, чтобы он с нами поговорил. Эйвен, приди. Вот кто зеркало стащил. Кто из вас, а? Ань. И помада тут моя красная. Ань, прости нас, пожалуйста. Прости, что мы тебя не послушались. Мы просто хотели поговорить с Эйвеном. Ох, я всего лишь хотела устроить вам праздник, чтобы вы отдохнули, ни о чем не подумали. Ну зачем вам это? Мы же с вами договаривались, вы мне обещали. Мы не обещали. Да, мы просто хотели вызвать духа Эйвена, читали заклинания и думали, что он придет и что-нибудь там скажет, понимаешь? Я вырезала для вас тыквы не для каких-то там заклинаний. Какие еще заклинания? Злой Джек, убереги, дух нечистый, не пусти. Это вот этот вот, он злой Джек. Понятно. А этот добрый? А добрый Джек, помоги, Эйвен, Эйвен, приходи. А потом свеча прогори, Эйвен, Эйвен, приходи. И как только мы произнесли... Это так не работает и... Ой. Ого, что происходит? Вот видишь, Аня, нам кажется, что Эйвен разговаривает с нами через робота. Мы хотим в это верить. Хорошо, я вас поняла. И что он вам сказал? Он сказал, он поцеловал нас, вот. Может, он имел в виду, что он нас любит? Да, скорее всего, он это и имел в виду. Так вот... Видишь, Ань? Ой, вижу. Прости нас. Ладно, ничего страшного, но давайте отпустим уже Эйвена. Конечно же, он всех нас любил.
И мы его любили.